Всем здравствуйте, меня зовут Яна Флоринская, я актриса театра и кино. Мне 24 года, я закончила театральную академию в Санкт-Петербурге на курсе Ларисы Вячеславовны Грачевой в 2019 году уже. Сейчас проживаю в Москве, участвовала в выпускных спектаклях «Вампиров. Прощание в июне», «Островский. Не все коту масленица». Опыт съемок у меня есть, и я открыта к новым предложениям. Спасибо за внимание.